Здесь под землей расположен целый город. Подземные выработки протянулись на сотни километров. Это крупнейший в России рудный район. Здесь добывают множество, в том числе редкоземельных металлов. И все это в условиях вечной мерзлоты. Это Талнах, Норильск. Я добрался до знаменитого северного города за полярным кругом. И свой рассказ о Норильске хочу начать с производств, которые здесь расположены. Ведь без этого сложно понять, как здесь устроена жизнь. Ведь само появление Норильска и его существование связано со строительством металлургического комбината. Когда-то это были безлюдные земли, а сейчас тут живет 180 тысяч человек. Причиной такого внимания к этому месту стало то, что на Таймыре находятся крупнейшие в мире запасы никеля. Для освоения этих ресурсов здесь построили производство полного цикла по добыче, обогащению и выплавке готового металла. И в этом выпуске я покажу первую часть процесса – добычу руды. Для этого я отправляюсь на рудник Октябрьский. Это один из пяти рудников, которые сейчас работают в Талнахе. Его начали разрабатывать в середине 70-х, а в 87-м он уже вышел на проектную мощность около 5 миллионов тонн руды в год. Добывают тут богатые, медистые и вкрапленные медно-никелевые руды. Основные горные работы ведутся на глубине от 400 до 900 метров. Перед спуском в шахту обязательный медосмотр. Надо проверить давление, наркотическое опьянение и реакцию зрачков. Если все окей, то можно спускаться вниз. Все происходит автоматически. Засунул руку и все измерилось. Перед спуском в шахту обязательно выдают СИЗы. Также каждый работник, посетитель получает фонарик. И, кстати, это не просто лампочка. Здесь зашиты специальные датчики, которые определяют местоположение каждого человека под землей. Ну и обязательно самоспасатель. Это специальный баллончик, который может обеспечить кислородом человека на протяжении 40 минут в движении. Это на случай какой-то нештатной ситуации. После получения необходимых средств индивидуальной защиты и прохождения инструктажа по технике безопасности отправляемся вниз. Зашли в клеть и сейчас спускаемся на 700-й горизонт, то есть 700 метров под землю. Клеть движется очень быстро, где-то 5 метров в секунду, и это расстояние мы пройдем где-то за 3 минуты. Если провести аналогию, это где-то 230 этажей. Вот можете сравнить с лифтом в вашем жилом доме. Это когда людей опускают, а когда работают по грузам, порядка 8 метров в секунду. То есть на этой клетке и люди, и оборудование, да, ездят? Это конкретно маленькая клеть, а рядом у нас большая клеть, куда загоняются фугоны с оборудованием и выдаются на поверхность или наоборот в шахту спускают. А какая тут заподъемность получается? Эта клеть у нас рассчитана на 60 человек, а которая рядом на 90, на 2 этажа. Вышли на 700-м горизонте, и сейчас у нас будет экскурсия по подземной выработке. По местам, где обслуживают технику, переваливают руду, вокзалы и прочие интересные моменты. Чтобы дойти до первой точки, преодолеваем несколько оборудованных туннелей. Да, мы сейчас прибыли на подземный дробильный комплекс СС-2Ю, горизонта 700 метров. Это у нас роторный опрокидыватель, сюда заезжает состав и по две вагонетки опрокидывает и разгружает все остальные последующие вагоны. Там у нас находится сама дробилка щековая, то есть руда, когда проходит, она уже дробится до ориентировочно плюс-минус кондиционного куска, там 250 миллиметров. Дальше эта руда уже сыпется и поступает в дозаторную, где грузится в скипы и выдается на поверхность. Сейчас мы этот процесс весь посмотрим. У нас транспортировка и отгрузка, доставка этой горной массы сюда на дробилку производится электровозами и составом
от 14 до 16 вагонов. В среднем один состав на дробилку привозит порядка 100 тонн руды. В транспортировке горной массы у нас используются современные электровозы, которые подвязаны под систему Wi-Fi, и мы всю отгрузку осуществляем в дистанционном, скажем так, формате, с пульта дистанционного управления. Соответственно, это очень, как бы, лояльно влияет на нашу, скажем, технику безопасности. Машинист не находится у нас внутри кабины, в опрокидыватель не заезжает, то есть он находится в безопасной зоне. И тем самым это намного улучшает и комфорт, и условия труда. Вот это данное устройство называется автоматическая точка отсчета. Когда приезжает состав и разгружает вагонетки, у нас автоматически на сервер передаются данные, с какого рудоспуска и на какой опрокидыватель, сколько вагонов руды привезли. То есть это все автоматом у нас считается. После дробильного комплекса по бесконечным коридорам отправляемся на вокзал, чтобы добраться до места, где происходит непосредственная добыча руды. Конечно, не московское метро. Двери закрываем. На рудники работает железнодорожное пассажирское сообщение. Это небольшие поезда, скажем так, даже есть пассажирский вокзал. Сейчас мы пересядем на так называемый шахтный наш автобус, где мы разъедемся. Вообще люди разъезжаются на участки, где производится добыча. То есть все основные технологические процессы, связанные с бурением, заряжанием, взрыванием, отгрузкой, креплением. Вот эти процессы горные на обычных участках у нас. На поезде добрались до следующего участка, ехали 8 минут и за это время преодолели 1,5 километра. Люблю всегда сравнивать расстояние, как в походах, хотя здесь пешком никуда идти не надо. Все только на технике. И сейчас пересаживаемся на колесный транспорт, который уже развозит людей по необходимым участкам. Просаживайтесь. Несколько минут едем по темным туннелям. Тут уже нет центрального освещения, только фары техники и налобные фонари. Это погрузодоставочная машина, предназначенная для транспортировки горной массы, ну, от очного пространства до участковых рудоспусков, вместительностью 14 тонн, оснащенная дистанционным пультом управления, также всеми устройствами защиты, антинаезд. Сколько машина весит вот такая? Больше 30 тонн. А, и же я понимаю, здесь десятки, да? Как они здесь под землей вообще оказываются? Оказывается, получается, они приходят в разобранном состоянии, их делят пополам, ну, на месте сочленения, и по частям спускают, и в ремонтных базах собирают уже вместе и запускают. То есть ремонтные базы, они тоже под землей, да? Да, ремонтные базы находятся на 800-м горизонте, ну там получается полный, можно сказать, маленький завод по сбору, ремонту, обслуживанию. Ну и отстою всей техники. Вся техника, которая сюда доставляется, она здесь и обслуживается, ремонтируется, на гора ничего уже не выдается. Данный тип руды относится к вкрапленной руде. Что значит крапленная? То есть вот такие вот мелкие вкрапления есть. Также наш рудник отрабатывает руды богатые и руды медистые. Соответственно, там содержание больше. Эта руда отгружается в участковый рудоспуск. Далее на горизонте откатки она отгружается, эта руда, в вагоны. И после это руда в вагонах транспортируется на дробильный комплекс. Так выглядит выработка, откуда достают, собственно, ту самую руду, которую потом дробят и получают драгоценные металлы. Маленькими буровыми бурится на 2,5-5 метров проходкой проходим.
Далее, когда штрек пройден, разбуриваются скважины веерами, разбуриваем кровлю, то есть им на определенную мощность рудного тела. Дальше это все взрывным способом отрабатывается. Соответственно, вот такой гнобал горной массы, уже формируется такая камера. После того, когда она отработается, здесь ставится закладочная перемычка. Это все отработанное пространство зальется закладочной смесью. Сейчас идем смотреть, как эти выработки проходят. Это буровая машина, которая делает множество, скажем так, по-простому дырок в стене, в которые потом закладывается взрывчатка и продвигается подземный туннель. И дальше отсюда уже будут изымать руду. Проходит бурение, я ничего не делаю, как бы. Все, она добурит, остановится, сама продует шкуру, вылезет. У меня сегодня наряд 325 и 270. Здесь 270 метров и на другом участке 325 метров. А чтобы вот продвинуться вперед, это сколько нужно штук плоскость забить? Ну, в определенном порядке расположение шкуров, все это зависит, я вот рассказывал девушке, от крепости породы и всего. Есть на 59, 52, 48, 45, 34. Вот мы в основном по таким паспортам бурим. 34, то есть если там справа или слева бетон, то мы с отбоем на бетон его бурим. Специальные, ну, тоже там свои нюансы как бы есть. Вот. Вот эти скважины, три больших вы видите, да, они расширены. Туда взрывчатка не закладывается, рядом закладывается. И на вот эти три скважины большие происходит взрыв первый. То есть на каждом взрывателе, в каждом шкуре, ну, это я так с взрывниками просто разговаривал, свои задержки. Первым идет середина, и потом больше. То есть на середину все взрыв идет. Деление гидравлики, у нас же на гидравлическом масле все. И чтобы не было пыли. Здесь компьютер стоит, РКС. Здесь же кондиционер, да? Кондиционер есть, но он сейчас шумный. Видите? Все как бы холодит. Ага. Иногда даже холодно. Ну, рудник, да, в марте этого года исполнилось уже 50 лет. Рудник претерпел все технологии по разработке месторождений полезных ископаемых. Скажем так, от старинных методов, отбойников, перфораторов. Сегодня мы уже работаем в современных условиях. Все автоматизировано. И буровые машины, и машины ПДМ, и электровозная откатка. В шахте у нас инфраструктура вся настроена на Wi-Fi. То есть у нас есть и мобильная связь в шахте, передача всех данных показателей по отгрузке, по транспортировке, только поднятой горной массы. Все это уже у нас перешло давно из аналогового формата в цифровой формат. Это не то, что было 50 лет назад. Конечно, сегодня в шахте мы работаем более, скажем так, комфортно. Но все равно горняцкий труд, он есть горняцкий труд. Все выработки, которые здесь проходятся, все равно несут определенные сложности. В среднем на нашем руднике постоянно действующих выработок порядка 300 километров. На смену порядка 300 человек. 300-350 человек в шахту опускаются, в том числе и руководители, горные мастера, рабочие. Много ходов, вот на визуально все они одинаковые. Вот человеку, первый раз попавшему, вообще непонятно, как здесь ориентироваться. Мы в процессе работы каждый день, грубо говоря, сюда спускаемся, и мы проходим эти выработки. Из раза в раз мы на эту выработку приходим, ее там, организовываем какие-то процессы. И это очень так, легко откладывается в памяти. Как и кто решает, куда эту выработку будет вести? Как я понимаю, распределение руды под землей, оно же неравномерное. Есть маршейдерская служба, геологическая служба, которая дает направление, где, в каком, скажем так, интервале находится, в какой панели находится у нас та или иная руда по содержаниям. После того, как мы определили, куда нам стремиться, скажем так, маршейдерская служба задает направление по своим ориентирам. И, соответственно, это все спускается на уровень горных инженеров, которые проходку эту ведут, соответственно, после уже отработку этой
руды. Возвращаемся наверх и идем в административно-командный блок, где происходит управление всеми процессами рудника. Здесь у нас отрисована аксонометрия рудника, то есть если вот посмотреть на полную картинку, видно наши стволы плитевые, где мы только что спускались, поднимались с шахты, и непосредственно всю технику и людей, находящихся в шахте. То есть вот подписаны, что это за вид техники, вспомогательные, самоходные буровые установки, погрузочно-доставочная техника, также шахтные автосамосвалы. Как происходит контроль? То есть мы можем смотреть не только на общий рудник в целом, но также фильтровать по участкам, найти какого-то конкретного человека, то есть он нам покажет его местоположение. И если нам нужно с ним связаться, мы можем его, есть функционал, вызвать его. По позиционированию его фонарь начнет моргать определенным образом. Ну, то есть и человек понимает, что его вызывает горный диспетчер, он обязан перезвонить. В основном у нас машинисты, ИТР, весь ИТР состав, который спускается в шахту на смену, они берут с собой телефоны. Это, ну, обычные телефоны на андроиде, только они исполнены в безопасном защищенном режиме. Но это какая-то внутренняя, да, связь у вас сотовая по получается? По Wi-Fi, да. То есть на выработках вот в шахте было организовано, прокинуто как Wi-Fi сеть, так и вот анкеры позиционирования, которые уже непосредственно показывают, кто где находится. Под конец экскурсии поднимаемся еще выше по шахтному стволу. Это подъемная установка типа МК-5Н4 Уралмашзавода, которую мы смонтировали в 2022 году. Аналогичная установка, только Донецкого машиностроительного завода, находится чуть ниже. Это южная подъемная установка, которую мы в будущем будем тоже менять. Но данная подъемная установка позволяет нам поднимать необходимое количество горной массы. А на данной подъемной установке находятся скипы. Это такие сосуды, в которых загружается руда. То есть один выгружается, когда наверху, второй загружается внизу. Когда они и перемещаются, соответственно, наоборот. Верхний загружается, нижний загружается. По производительности, ну, так могу сказать вам, 20 скипов в час. Каждый скип 11 кубов. Примерно около 20 тонн. И эта установка является первым импортозамещенной у нас здесь на Октябрьском. Аналогичная подъемная установка сейчас монтируется на соседнем КПРе скипового ствола номер один. А это уже финальная часть добычи. Здесь руда поднимается на поверхность и отправляется по вот этим галереям на Толнарскую обогатительную фабрику. Но об этом будет уже отдельная серия.